Всем привет, с вами Битру и Бах Дрейнис, и у нас рубрика Best Teammate Challenge. Еще. Ты пишешь правильный ответ, он пишет правильный ответ, и в общем, если совпадет, значит ты его хорошо знаешь. Если не совпадет, значит ты его плохо знаешь, и все, кик. Хорошо. Ну не кик, ладно, это я преувеличила. Первый вопрос, Вань, тебе. Что скажет Дрейнис при встрече с Брэндоном Грином? Ты видишь, да, что он пишет? Вы не смотрите, не подглядывайте. Я не смотрю. Давайте, на счет три. Показываем камеру. Ладно, без трех. Пофикси игру. Привет, как дела? Да. Серьезно? Да, Иван. Ну, я не знал, что не здороваюсь с людьми. Ты его встречаешь, Брэндона Грина, и говоришь сразу сходу? Да, сходу. Пофикси игру. Именно на русском еще. А я думала, если честно, ты напишешь про круги. Привет, пофикси круги. Ладно, хорошо, ты заработаешь 0 баллов. Давай, пожалуйста. Свят, вопрос тебе. Если бы можно было выбрать одну вещь из аэродропа, то что бы взял Ибах? Что бы взял Ибах? Ибах. Если бы можно было выбрать одну вещь из аэродропа. Итальяна. Это не? Не. Я думаю, что... Это что-то. Показываем. Это третья морда, да? Я хотел написать третья морда или прицел. А какой прицел? 15? Да, X8 чаще падает. Когда нет прицела, вы будете взять прицел, чем третью морду. Да, Иван. Да. Расстраиваешь, конечно. 0-0, ребята. Как-то вы слабовластенько друг друга знаете пока что. Вопрос, Ваня, к тебе. Кто постоянно подкручивает круги Дрейнису? Тоже еще. Показывай. Ну, это очевидно, да? Вот тут? Габен. Угадали. Ну, видимо, слишком очевидно. Да. Кто же еще? Он на папку, да, забрался? Любимый твич-смайл Ивана. Twitch Smile, да? Twitch Smile. Я думаю, что мы все знаем, что это. В рамках цензуры, да? Все? Давайте показываем. Рафлан лицо. Господи. Что это вообще за человек? Да. Какой он Сэмти Джемс? Сэмти Джемс, я лучше смайл Твича. Рафлан лицо сам будет смайл. Ты же поставишь Сэмти Джемс потом? Врежь, чтобы все люди увидели это творение. Значит, у нас счет 1-0. Да, пока что ты выигрываешь. Иван, вопрос к тебе. Самое нелюбимое оружие у Свята? Нелюбимое? Да. Самое нелюбимое буква. Ну, это очевидно. Подождите, ну давайте нет, это совсем очевидно. Даже я знаю, наверное, ответ. Давай, самое нелюбимое в твоих руках. Самое нелюбимое в моих руках. Можем взять какой-то разброс не по всему оружию, а, например, по винтовкам, или по снайперкам, или по пистолетам. Как захочешь, вот давай. Просто вот, чтобы как-то сузить. Давай без пистолетов. Остальное все можно. Да, давай так. Мне любимое мое оружие, это наверное. Что это? Там же еще такая фигня есть в игре. Фига, да. Ты забыл? Да. Его никто не берет. Ну, это сложновато. Сложноватый вопрос, слишком много вариантов ответа. Да. Баг в паб, который Иван ненавидит больше всего. Их так много, что не сложно, но я попытаюсь. Показывай. Умер просто так, как Крауч Баг. Да, ну, было близко. Ну, Крауч Баг тоже, наверное, ненавидит, да? Не знаю. Не замечаю. Я думаю, что Крауч Баг. Ну, ладно. Ну, если ты не замечаешь, то это было совсем далеко. А расскажите мне, что такое Крауч Баг? Краушбаг — это когда ты спамишь кнопочку C, приседая постоянно, чтобы тебе не дали в голову. И игра как бы начинает невероятно сильно лагать, на тебя начинает портовать в другую вселенную, и происходить всякие такие штуки. А ты возвращаешься из той вселенной? Да, ты возвращаешься из той вселенной, но это все равно очень неприятно. Хорошо. Ваня, как же скользкий пол?
Так это и есть умер просто так. Свят, тебе вопрос. Альтернативный ник Ивана — пижама енота. Пижамой какого животного был бы ты? Как это смотри, ему вопрос? Да. Да, это вопрос. Иван. Иван, вопрос к тебе. Альтернативный твой ник — пижама енота. Вот пижамой какого бы животного был Свят? По-моему, обычно самый очевидный — это и есть правильный ответ. Да. Вот чтоб самое первое идет. Да, так я сам не знаю. Пижама. Мне кажется, вот почему-то он не напишет это. Показываем. На какой кабан? Какой кабан? Реально, Брюс Шакала забыл. Нет, надо писать. Я думаю, должны здесь написать одну и ту же. Это Шакал, это же мои смайлики. Я вообще уже похожу. Ну, правильно. Мы можем засчитать тогда. Если ты забыл, оно действительно правильно. Да, это Шакал, конечно. Конечно, Шакал. А, извините. 100%. Какой кабан реально? Ну, вот какой кабан? Ну, Святослав, ну какой кабан? Сколько минимум ФПС нужно Ивану, чтобы взять топ-1? Значит, есть такой четкий ответ. Я думаю, да. 25-30. Это зачет. Ну, это близко, да. Давайте, тогда счет 1-2-1. Хорошо. Все игроки Нави заняты. Кого Дрейнис возьмет в дуо? Это очень легкий вопрос, конечно. Даже если они не заняты. Нет, а 3-1. Да, в приоритете девушка, ну все правильно. Даже если не заняты. Да. Обидно? Нет. Хорошо. Хорошо, что не обидно. Вопрос такой. Что изображено на первой фотографии Ивана в Инстаграм? Знаешь, да? Ребят, я думаю, что можно показывать. Без миллионов уточнений, да, показывать. Новосибирский аэропорт, пешеходы, пешеходный переход, аэропорт, плюс лес, плюс звездная полоса. Ну все уже, все закончилось. Счет 3-2. Да. Значит, тебе вот бы один бальчик не помешал. Соглашусь. Каким классом Дрейнис покорял арену World of Warcraft? Легко, да? Да, очень много против фрипотез. Давай. Друид. Это 4-2. Любимый герой Ивана в доту. Показывай. Ну как ты это делаешь? Ты ему помог, не так? Я молчала. 3-4. Думаю, я тебя ничего не знаю. Летит самолет. Приморск занят. Куда будете падать? Сейчас это кому? Это вопрос тебе. Что бы на это ответил Свят? Ты самолет. Приморск занят? Да. Куда падать? Куда бы он упал? Куда он зазывает падать? А, в таком духе? Да. Или в турнир? В турнире. У тебя появился, кажется, шанс. Че, серьезно? Да. Че? Показываем. Ну да, это оно и... А, это оно и... Сори, ребята. Эх, сейчас бы давать нужные надежды. Казахстан. Почему верхний Казахстан? Лучше не спрашивать. А это чисто наличная ваша... Вы только вы так называете или все? Просто по этой мете Георгополь начал играть, чтобы игрок Минор, а он из Казахстана. Поэтому начал называть верхний Казахстан. То есть это наличная фишка, чисто наличная фишка. Наличная фишка? СНГ-шная. Да, СНГ-шная. Хорошо. Ну, походу, у тебя шансов нет на победу. Может быть, один дополнительный? 5-3. Чтобы хотя бы 5-4. У меня даже листочка нет, чтобы начать писать. Ладно. Ну, все. Давай так, смотри. Хотя бы давай на последний ответишь. Хорошо. Если ответишь, то там можно уже задуматься. Самая неудобная профессиональная команда для Нави, по мнению Ивана. Ого. Да.
Так и есть. А мы что, в шутки шутим? Мне кажется, молодой знает. Подсказку дашь? Помощь молодого. Наклоняйся. Я готов. Поехали. Ну, погоди. А, да он все равно... Отгадал. Отгадал. Да, значит, сходится. Пишет. Но все равно счет 5-4. Ну, ты все равно проиграл. На Рубика ССГ было неплохо, ты должен признать это. Да, красиво. На самом деле, вы неплохо такие друг от друга знаете. Да. Да. Из семи ты ответил на 5, а ты ответил на 4. Это достойно. Ребята, спасибо за то, что смотрели нас. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал, а также нажать колокольчик. Все, всем пока, совсем скоро увидимся.